А вот победитель прошлого розыгрыша на скин за 1200 V-баксов. Ну а вы не забывайте подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать конкурсы и знать все об игре Fortnite. Ну а сейчас наливайте чаек, садитесь поудобней и приятного вам просмотра. Всем привет, ребят, Киберспорт на месте. И сегодня, наконец-то, 16 апреля, к нам подъехала долгожданная 9-я неделя испытаний для боевого пропуска 12-го сезона. По моему мнению, для лучшего скина за весь сезон – Мидаса. Ну а вы не забывайте ставить лайки и вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и присылать скриншоты в предложку группы ВКонтакте или Discord сервер. Ссылочки в описании. И пишите комментарии, по вашему мнению, какой самый лучший скин за боевой пропуск 12 сезона. По моему мнению, это Мидас. Ну а мы переходим к самим испытаниям. Повторяйте за мной, и у вас все получится. В первом задании нам необходимо обыскать 5 сундуков в районах с разными названиями. Просто обыскивайте 5 сундуков в районах, где есть название. И я вам советую выполнять данное задание в режиме командной потасовки. Там вы легко сможете обыскать очень большое количество сундуков. Во втором задании нам необходимо нанести 300 урона врагам из снайперских винтовок. Получить снайперскую винтовку вы сможете на локациях, где есть хранилище. Либо открывайте сейф или убивайте ботов. Из них часто выпадает данное оружие. Наносите 300 урона со снопы, и мы сразу же двигаемся к третьему заданию. Здесь нам необходимо улучшить оружие на верстаке до легендарной редкости. В данный момент на своих экранах вы можете наблюдать чит-карту, на которой я отметил для вас все верстаки, которые находятся на карте Fortnite. Добывайте ресурсы и апгрейдьте оружие до золотой версии. Так вы легко выполняете третье задание. В четвертом задании нам необходимо обыскать ламу, легендарный сундук или аирдроп. Тут нет никаких трудностей, но если у вас не получается найти ламу и легендарный сундук, то я вам советую запуститься в режиме команды потасовки, так как там летает очень много аирдропов, и я уверен, у вас получится залутать хоть один. В пятом задании нам нужно нанести 100 урона вертолету Чоппа с пассажиром или пилотом на борту. Все, что вам необходимо, это найти противника, который будет управлять данным вертолетом, и начать по нему наносить урон. Так легко вы выполните данное задание. В шестом задании нам необходимо собрать 5 монет опыта. В данный момент на своих экранах вы можете наблюдать чит-карту, на которой отмечены все монеты на карте Fortnite. Прилетайте на них и собирайте 5 монет. Так вы легко выполняете шестое задание. В седьмом испытании нам необходимо пронести на 100 метров розового мишку из кошмарного кинотеатра. Прилетайте на данную локацию, берете медведя и бегаете с ним 100 метров. Так просто вы выполняете седьмое задание, и мы сразу же двигаемся к восьмому. Тут нам необходимо найти золотую ламу Мидаса между свалкой, заправкой и стоянкой для фургонов. В данный момент на своих экранах вы можете наблюдать местоположение данной локации. Прилетайте на нее, и там и будет находиться золотая лама. Обыскивайте ее, и вы просто выполняете восьмое задание. В девятом испытании нам необходимо добывать данные в ходе матчей с операцией «Шпионские игры». Выигрывайте в матчах со шпионскими играми и повышайте свой уровень. Так вы легко выполняете девятое задание. В десятом испытании нам необходимо зарабатывать золотые медали за выживание, бой или собирательство. Чтобы получить золотую медаль, медаль за выживание, вам необходимо занять топ-25. За бой вам необходимо устранять игроков, а за собирательство просто добывайте ресурсы. Так вы просто выполняете 10-е задание 9-й недели боевого пропуска 12-го сезона. Так просто мы с вами выполнили все испытания. Ну а вы не забывайте писать свой самый любимый скин за боевой пропуск 2-го сезона, подписываться на канал, вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и ставить лайки. С вами был Greens. Ну а я пошел готовиться к завтрашней встрече с Дэдпулом. До новых встреч!